Всем привет, друзья! Это канал Масалим. В работе у нас Subaru Outback. Автомобиль к нам приехал сегодня на шумоизоляцию. Салон мы уже разобрали. Краткий обзор. Двери. Задние двери, видите, такой кусок вибры приклеили на такую большую поверхность. Все равно звонкие барабаны. Передние двери. Передние двери голые. Пол в салоне более-менее виброй продели. Смотрим, что у нас в багажнике. Багажник. Арки голые. Это самые шумные места в автомобиле. Ну, только ниша запасного колеса. Такой вот кусок вибры приклеили. Потолок. Несколько кусков вибра. Сейчас подготовим поверхность и приступаем все это дело исправлять. Итак, закончили клеить капот. Видите, на капот сам металл нанесли слой вибропласта на автомобиле Subaru Outback. А на утеплитель капота нанесли такой вот слой шумопоглотителем. Смотрим, что мы сделали в салоне. Пол в салоне также максимально все прокатали вибропластом. Ковер у нас получился. Двери будем клеить в 4 слоя. То есть нанесли первый слой вибропласта. Нанесли второй слой шумопоглотителя. По правую сторону нанесли уже третий слой. Опять же вибропласта. Смотрим, что у нас в багажнике. Проклеим пол в багажнике. Видите, все, тоже максимально все проклеили. Прокатали валиком. Также проклеили арки, крылья. Приступаем клеить шумопоглотителя. Закончили клеить шумоизоляцию на автомобиле Subaru Outback. Показываю вам конечный результат. Проклеен у нас пол в багажнике, проклеены арки вторым слоем шумопоглотителя, крылья. Также проклеили вторым слоем потолок. Нанесли четвертый слой в двери. Ну и нанесли шумопоглотитель на полу в салоне. Сейчас соберем автомобиль. Машина будет готова. Можно отдавать владельцу. Ставьте свои комментарии. Подписывайтесь на канал. Всем пока.